Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит, как всегда, замечательный и довольно-таки дорогой конкурс на вот такой вот красивенький калашик. Калашик вот такой вот сланец красивенький. Почти 3 соточки он стоит. Помимо этого, у нас присутствуют на нем красивые наклеечки, вот такие вот красивенькие. Поэтому обязательно залетайте, участвуйте. Участие бесплатное, никаких денег с вас не требуется. Все лишь уже подождать некоторое время. Народу участвует мало. Шансы урвать данный красивый и довольно-таки дорогой скин много. Довольно-таки много у вас шансов. Всем желаю удачи. Ссылка на группу ВКонтакте в описании под роликом. Всем приятного просмотра. Всех обнял, всех люблю. Всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике, наконец-таки, я смог найти вот такую вот газировочку под брендом Royal Crown. Refresher, газированная вода, что-то типа того, оранж со вкусом апельсина. На канале уже есть обзоры на этот напиточек. Делают ее вроде как в Таджикистане. Довольно-таки много собрала комментариев. Собрали два ролика. А именно, вот это как раз-таки Royal Crown. Этот напиточек как раз-таки со вкусом яблока. И оригинальный, обычный. Да, RS Cola. Ну, напиток типа кола. Так вот, довольно-таки много комментариев, много просмотров набрало. В общем, удивился, что набрали просмотры эти ролики. И, в принципе, я подумал о том, что а почему бы не сделать и на апельсиновый вкус обзорчик. Кола. Напиток сам по себе мне, в принципе, понравился. Напиток, опять же, если я не ошибаюсь, американской компании, которая делает этот напиток во многих странах. Основная страна, вроде как Таджикистан. Точно сейчас не скажу, где они делают. В предыдущих роликах немного с ошибками делал обзоры. Думаю, что там кола из Узбекистана, это узбекистанский бренд или таджикистанский бренд. В этом ролике более-менее я уже понял, что это за кола, потому что и комментарии писали откуда. О, кола, говорю, этот напиток. Уже писали об этом. За что, кстати, спасибо людям, которые писали в комментариях. Поэтому я говорю, было интересно найти этот напиток. Я искал этот напиток и наконец-то он нашел. Спустя сколько там? Так, 7 месяцев. Ну, я про предыдущие обзоры на другие вкусы этого напитка. Ну да, в апреле были обзоры. Там прям я сразу нашел две штуки, два вкуса этих. А вот этот третий найти никак не мог. Шаурмичный его нашел. Он довольно-таки популярный напиток в шаурмичных. Я не знаю, почему продают его в шаурмичных. Любят покупать именно этот напиток, я хрен знает. Может, там какая-то определенная логика. Хрен знает.
Либо только эти напитки для шаурмичных продают. Хрен знает, короче. Реально, в какую шаурмичную не зайди, этот напиток с вероятностью 99,9% будет лежать. Я не знаю, как это работает. И одно тоже из таких, как правильно сказать, правил, назовем это так, довольно-таки дорого стоит этот напиток. Вот, допустим, где тут 1 литр? 1 литр этого напитка, да? Стоит 120, я покупал за 150 вообще. Короче, цена такая, не знаю, довольно-таки дорогая. Но ничего страшного, уже купил. Мне бы понять, где делают этот напиток. На верхней части бутылки указано, где делают. Ну, как будто бы Таджикистан все-таки. Душанбе. А, вот Таджикистан написано. На английском языке. Не знаю, видно или нет, Таджикистан. Собственно, давайте наливать и пробовать. Печально, что в пластиковой бутылке, поскольку много раз говорил, что особенно для мужчин вредно пить из пластика, но ради контента, ради вас, готов попить. Давно, кстати, пластика не пил. Напиток холодный. А, это у меня вперемешку идет с этим. Блин, довольно-таки такое удобное какая-то. Какой-то пластик такой удобный прям. Прикольно. Блин, вкусно. Однозначно. Читая историю этого напитка, его делают с 1905 года. Можете себе представить этот напиточек с 1905 года? Имею в виду, создали. Однозначно напиток вкусный. Особенно такой прям холодненький. Вкусненький. Нет такой, скажем так, надоедливости апельсина, что ли, скажем. Прям сам вкус, он как будто в меру. Очень вкусный. Хороша кола. Ой, блядь, я путаю. У меня это в голове засело, то, что этот бренд типа Рескола называется, типа. Уже вот тут в голове засело. Однозначно вкусный напиток. Сахара также в меру. Средний газированный, кстати, написано. Ну, где-то так приблизительно. Газированность такая на слабом уровне. Напиток вкусный, повторюсь опять же. Мне однозначно понравился. Апельсин также в меру. Нету прям перебарщивания вот этого вкуса. Что тебе после второй кружечки уже все надоедает. Оценочка данному напитку однозначно 5 из 5. На этом, в принципе, закончим этот обзорчик. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. He's
ladies know that I'm sick.